По дереву у нас перед нами. Проломе, проломе. Убил. Че есть? Тише. На первом, Хеклер. Погоди. Я в подвал ушел. Нет, сидит. Прям стоит. Стоит, стоит. Ушел на этаж, он выше, на третий. О, это вчерашние. Это вчерашние, которых я убивал, ёптать. Нарсил. На видосе у меня это... типы, вы его видели. Сейчас там чат оружие закажет, может в лес пойдем куда-нибудь. Там может. Бля, по мне. Заправка. Нет, я ноль почти. Помощи надо. Не знаю. Внутри, внутри заправки, я же говорю, заправки. Я же в дальнюю кидал гранату, как он там выжил? Бля, спина! Живой? Да, в коне! Он на улице, он не в коне. Был в коне. Я без патронов, все, мне пизда. Давай, я убил, ты живой? Блять! Пока да. Он у меня в коне, я в гараже в коне. Так, ладно. Смотри, сейчас буду к тебе отходить. Право. Дал флеку направо. Хожу. Вот так выбитый, планом могу лечь. По тебе? Да. Где он был? Да. Уходит, на, уходит налево, Шатаныч, за тайфуном, как мы шли. Опа. Убил. Хорош. Ты второго, да, убивал? Да. Блять, я в это здание хилиться пошел и молиться Буянову. Я в заправке молиться Буянову сел. Я думаю, реально все, у меня уже пиздарики на воздушном шарике, блять, забежал в этот гараж. Каким-то образом вообще живой остался, что, блин. Кто? Спустился, нихерово, убил его. С повязкой был фиолетовый? Да, да. Опять эти, что ли? Фиолетовый. Вид конки с повязкой. Блин, если это он, я просто проору. Иди друг его. Я не могу проверить, хилился сидел. Понял. Сейчас посмотрим. Я не узнаю вас в гриме. Нарсил, друг. Если ты смотришь и понимаешь русский, ну, сори, сори. Прикажи БМП, как там, стрелять. Запрети, как он там БМП, говорит? Стрелять. А, запрети БМП стрелять. Да-да-да. Справа стоит. Вектор. Минус. Блин, зачем ты дверь-то закрываешь? А если отступать придется? Куда будешь отступать? В окно? У него два вектора. Но он тут, походу, поработал уже, этот чел. Моя, ну и так куда дальше? Я думаю, он тут играл. А что он стоял-то? Он на первом этаже? Зачем? О, медицинский кейс, понятно. Я когда увидел типа сейчас с вектором, я уже думал, все, бля. Друг наш. Ты прикинь, если бы это был наш друг, который тут всех убил, нашел медицинский кейс, и опять я. Я на крышу. Минус один. Минус второй. Второй сейчас буду кушать.
парагон. А вот этого журавликом свернутого они убили, а я убил вот этого платкула, да? Журавликом какой из них свернутый? Ноги торчат у него вверх, не? Повее уже. Забежал в пристрой к адресу. И там же? Я в больнице. Что-то он не дернулся, возможно, в подвал ушел аккуратно. О, убил на входе в пристрой. Да, МК, вот он. Это чел. А камни, камни, камни! Сверху, на камнях есть. Либо шар может быть. Слышал? Нет, он бегает у будок. Убил? Не мы это, скорее всего. А враг, вот перед нами камень, камень, слушай, я... Убил. А кому? Еще один тут. Я не про того говорил, кого ты убил. Да, я понимаю. Кто подбегает ко мне? Я, наверное, бегу. Да, объять, ты. Крытом сидит чел. Убил. Кажется, он по нему стрелял. Я гряду оббежал, иду к торпедике. Вот эти дрова, да, перед нами, которые. Да, 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 да. Бля, гусак! Стрелял. Да, оттуда. Вот там. Я так под него открываюсь. Да вроде не убил никого. Так, я тут убил бировца в крытом. А, на суициде. Где? Слева, справа? Я по центру, на суициде ходит один. Не вижу. Он спустился туда, расположен на стороне только что. Да что он там? Помогай, тебя убивает. Я руки встали, Артём. Я ушел. Суициде сидит все еще челик. Убил суицид. Убил суицид. Моя хаешка. Не вижу никого в сторону платника вообще. Дам хае за платниками. Уже давай, вот он, сука. Лизал просто в опене, блять. МК, по-моему. Минус мышь. Блять. Жить. Где мышь была? Стоял на лестнице на первом. Ой, там еще одна. Где? Я в лестнице. Есенин, блин. Есенина убил. О-о-о. Туалет открыт. Значит, он в комнатах, наверное, сидит. Моя хае. Хотел питать с черного окна. Где-то, видимо, тут сидит. На первом? Нет, на втором. В комнате стоит, просто не бегает. Справа, вторая, от забора.
какое оружие у него? КМ. Слышу. Че, лобот, что ли? Нет, ЧВК. Да, двое. Нахер пошел, блядь, двое тут. Да, он уже с тебя снял оружие. Робин Нерд Пауэр, да? Он? Да, 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 да. Он заходил внутрь, нет? Нет, он на улице, двое. Один минус. Через картон идет. А, это бот второй. Я в карконе. Я в секретке. Что это вот за херня вот типа? Кто мне объяснит? Нет. В руках у меня. Йохана бабай. What the fuck? Is this? Is this? Зачем? На яме, на яме. Вниз к воде пошли. Понял, понял. Сейчас возьмем их тепленьких. Выхожу к повальному. Хаешка. Вит, уходи, сейчас хаешки полетят. Дал им хае. Зацепил его. Один минус. Минус один. Я вышел к повальному. Он сидит у забора, прямо у забора. Ладно, лутаю. Давай, я... Их действия вообще не поддавались никакой логике. Тарков, какая логика? Нет, они перебежали, они забежали в вагон, спустились, дошли до стены и переползали под вагоном обратно. Они заметали следы, отстань. Вижу, лэпа. Идет вправо, спускается вниз. Вот от гранаты направо уходит. Двое передо мной. Один минус. Блять, иди мне в магазин. Нет. Убил? Убил, убил. Я по низу прям иду, уже да. Чуть мне магазина не было запасного. Чуть не охерел сейчас. А, я этого тоже сбрил, что ли? Ёптать. Я ему на последнем этом чисто брызнул в него и все. Потом кого-то еще убил, нет? Что ты нас так, Виктор? Я ботов с Ксюхи еще никак добить не могу. А если это руки загребущие, синтеманин ловил. Я тоже вижу, да. Получается, какого убил-то? Правого, что ли? Нижний, я только по нему работал. А я думал наоборот. Я лутал этот. А я думал наоборот, ты левого убивал, поэтому я даже не стал смотреть того левого. Залутал своего правого, потому что я по нему очень сильно вжал. Все получается, украл. Да? Художественный фильм спиздили. Хотя знаешь, с другой стороны, ведь если складывать некуда, ты говоришь. Я понял, да. Было неплохо сейчас. Я просто называется помог. Я просто избавил тебя, да, вот от этого вот. Лишний вот ножка. Ну что будешь мучиться там, складывать, крутить этот тетрис? Ты для этого пришел сюда, в торг. Да. Ты сейчас вот поставил, то есть Цоя, гражданскую оборону и Бузову в один ряд, Евгений. Поаккуратнее с такими вещами. Даже в танках есть. Да? Я, кстати, не знал об этом. Я чисто предположил, что в Таркове было бы это неплохо. Знаете, где я видел радио? Я видел в дальнобойщиках радио. Сама серьезность? Да я вообще крутой, спасу нет, а главное скромный. Все, поехали, МП-5 тестировать. Поставить радио и включить, например, Бузову по радио, то можно было изгонять злых духов в убежище. Сектанты такие ходят, танцуют под Бузову просто в лесу. Мне кажется, сектанты уже получили радио и гоняют там Бузову целыми сутками просто. Это, кстати, фанаты, видимо, ее. Только у них какое-то странное вот именно тайм, время, когда они бодрствуют. Ночью. А днем их закидали бы камнями сразу. Блин, ты нас сидит! На втором? Шурмы поднялся, я не слышал даже, да. Лупит ноль. Он поднялся только что от шурмы. Да, у меня уже на третьем, да.
добавить, что ли? Ты где, Вит? Помочь, я у шурмы. Ты просто смотри, чтобы он в тебя не вышел. В смысле, их двое? Их двое, кажется, Вит. Да-да-да, скорее всего, двое, потому что я видел половину поднимался. Один минус. Хера себе наглец, чё, блин? Я на лестнице на третьем. Аккуратно. Там какой-то дробовик, какая-то такая херня должна быть. Взорвал ты его. Я зашел. Угу. Только палка это для прыжков. Вот туда. Вот. Вот сейчас ходи. Ходи туда-сюда. Ну-ка, сейчас если шифтом побегай по этой лестнице. Вот сейчас есть звук. Не-не-не. Вот ты вот на саму платформу до фальшфейера подбегай и обратно. Ладно, а если без шифта? Шифтом такой, знаешь, один топ слышно за всю ступеньку. А теперь давай я с первого этажа пробегу. Ты вот сейчас пробеги, а я в момент обернусь, типа, ну, то, что ты, типа, враг. Я как бегу. Ты мне подходишь, давай. Ладно, слышу. Вот, слышу, видишь, слышу. А ты пробежал три этажа. Мэтт, блин. Так, ладно, где у нас Мэтт-то? Решала, походу. Да, решала. Вид, крой. По платье. Уверен? Вот сейчас прям на платье, да. Мне кажется, дальше побежали уже. Дальше, да, двое. Один минус. Второй минус. Сайга, блять. Выйти хотел. Налево перебежал. Да-да-да, двое-двое. Хит. Не попал двоечник. Минус один. Дал хае, обхожу справа. Смотри, ты его убил с СВДшки. Я вот этого за камнем вообще не видел. Понял. Я чепчик одел, если что. Мне Бузова донатит, слышишь? Как ее там зовут? Эту Бузову. Ольга. Ольга, не переживай. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.